Рецепт пахлавы по-турецки. Готовим сироп. В кастрюльку сахар, вода и лимон. Доводим до кипения и снимаем с огня. После растопить сливочное масло и разрезаем тесто фило напополам. Собираем пахлаву в форме 23 на 32 сантиметра. Смазываем каждый лист теста сливочным маслом и добавляем орехи в 3 слоя. Смотрим по видео. Я использую миндаль, фундук и фисташку, также можно грецкий орех. Орехи должны быть обязательно сырыми, иначе сгорят. Нарезаем на квадраты 4 на 4 сантиметра. Поливаем оставшимся маслом и ставим в разогретую духовку до 180 градусов на час.